Ну вот, мы приехали на озеро Врева. И в коем-то веке у нас, кажется, здесь будет не полуайс, а настоящий айс. Сейчас пойдем фигачить лед. Андрюха? Нет, не Андрюха. Это брат мой. Вот выбрали место. Тут народ катается на снегоходах. Вовсю. Островник, кстати. Давай мой лаксторм попробуем. Лаксторм. Ага. Ну и как, есть разница? Знали лаксторм лучше. Чуть-чуть. Лед толстенный. Вообще дрындец. Ну вот и финишная прямая. Вернули видобурчики и допуливаем. Отпиливаем последнюю часть. На счет три. Раз. Стой. Раз. Два. Стой. Оп! Стоп! Держи. Она у тебя снимает, Миша? Все. Помогай ему. Все. Какой лед такой красивый. Да. Еще три. Раз. Два. Три. Вот такой вот толщины видок. Нога. В общем, лед могучий. Реально айс. Чтобы снегоходчики нас не прибили, огораживаем майну. Улетят еще. Будет им грустно. Да? Давай, иди переодевайся, Липотища. Прозрак космический, блин. Дна не видно. Какой-нибудь нормальный человек, который не ныряет, посмотрит, что какой прозрак, темная вода.
обалденный. Вторым пойдешь, третьим? Не знаю, вторым, наверное. Тогда это самое нужно будет. Мы уйдем, я уйду вниз, да, под воду. Ну, иди собираться, одеваться потихонечку, да, там. Да? Вот. Потом со всем этим придешь туда, я вылезу. Я сразу занырну, да. Ты занырнешь, я пойду разоблачаться быстренько, да, я переоденусь. И с меня Денис, он будет одеваться. Ты, соответственно, я буду тебя страховать. Okay. Привяжу к ледобуру на 10 метрах. Там же внутри воздух. А, она как пористый воздух еще. Да, внутри воздух самое главное. И как на поверхности. То есть та же одежда, а косичка хоть ее. Главное, чтобы одежда химическая не помогала. Как полиэстетно. Это как большой резиновый сапог. Здесь глубоко. Здесь уже хорошо. Здесь уже, наверное, да тут на метр 15, да? Здесь 30. 30. Уже 30, да? Да, оно где-то как раз напротив мельницы, вот самое глубокое. Там до 43, по-моему, вот я смотрел. 45 тут есть даже. А? Даже 45 есть. Вот по эхолоту это. По эхолоту вот там 45 будет. Вот тут вот, по центру, да, туда. Самое глубокое место. Где, Миша? А вот напротив мельницы. Ну вот да, туда, ну, подальше. Вот где вот этот закуток, это мельница старая, да, и напротив нее, и где-то вот сюда, и там глубина, да, до 42, ну, 45. 45 там... видели. 45. 40 вот здесь. Да. Вот сюда, если выйти, вот сюда вот. А? Вот сюда, если выйти, вот тут будет 40 дальше. А здесь вообще глубоко, да, тоже. А вот там вот 45 будет. А наш край, вот это все, это 4 метра, вот начиная от наших домов и вон туда. Это все 4. 5,5. А вода чистая там, да, внизу? Да, прозрачная. Она темная, но прозрачнее. Она темная. Вот почему-то вроде болот-то нет таких тут рядом, то сильно, чтобы. Она очень похожа на Ладожское озеро. Да? Почти копия. Ладно, удачного погружения вам. Спасибо. И вам покатушек там. Сигналы все помним, да? Один, окей. Ну а веревку подмотай или наоборот ослабь. Два ослабь, да. Да, ослабь. Или подмотай. Три, я пошел. Я вот там сверху три. Веревку кончил. Оп. Сейчас посмотрим, насколько глубоко он идет. Просто всегда недогруз небольшой. Специально так делается. Угу. Что он плавает на сухаре, компенсатором вообще не пользуется никогда. И как бы за счет этого берет меньше груза. Он что-то берет, по-моему, вообще чуть ли не 12 килограмм или даже меньше. О. Не, я 16. Я тоже 16. Красота. Да, прозрак хороший. Главное, чтобы Андрей не врезался в дно. Ты дайвер опытный и смелый. Тебе открыты все пути. Найти азотку не проблема. Но где тебя потом найти? Азотка, азотка, ты лучше, чем водка, вкуснее, чем ведро анаши. Мы весело тонем, есть воздух в баллоне, и рыбка, иди подыши. Мы весело тонем, есть воздух в баллоне, и рыбка, иди подыши. Тридцатник прошли, испугался твой бати, хоть дома нырял он под лед. Не смог наплевать он на правила бати, как лох без азотки сплывет.
не смог наплевать, он направил Апати, так лох без зазотки всплывет. Москва скоро встретит работой, делами, веселье растает, как дым. Лишь только азотка останется с нами, в душе мы ее сохраним. Лишь только азотка всегда будет с нами, в душе мы ее сохраним. Меньше 40. Я пока сплыл 40 бар. Я сейчас только со стейджа дышать. Какого хера? Это тот, который в прошлый раз стрелил. Нет, основной. Красиво, короче, поплавать можно нормально, вполне, все хорошо. Только вот, блядь. С тобой глубину покорить, декомпрессии нас не пугайте, не надо. Если здесь хорошо, то зачем выходить? На большой глубине даже дышится легче, не болит, не щемит, не срывает мосты. У меня свой рассвет, ты встречаешь свой вечер. Так давай постоим у опасной черты. Мне казалось, я провел на глубине лишь 5 минут, а компьютер целый час себя ведет, как будто враг. Эту глупую машину покупать напрасный труд. В ней чего-то не так. Нам не нужен огонь, ваши медные трубы. Посмотрели на мир мы с другой стороны. Хоть работу и дом мы немножечко любим, ради них не покинем родной глубины. Как
ты в жизни порой нету полного счастья, уходили на миг, а висим целый год. Если воздуха нам из баллона не хватит, пузырьками азота заменим его. Долгожданный пузырек меня пьянишь, ты как вино. Приятно, если что-то изнутри волнует кровь. Вот немного отпустила, я опять пойду на дно. Нахватаю пузырьков. Я не буду понимать холодных слов, что под воду я, возможно, уже больше не ныру. В барокамеру ты каждый божий день идти готов, как когда-то в глубину. Баракаю я каждый божий день, идти готов, идти готов, как когда-то в глубину. Детей водяными пугают, но не знают, как плохо зимой. Даже слезы в момент замерзают. Где же мне плавать, ведь я водяной. Ищу хоть лужу мелкую, хоть капли под дождика, долблю весь день тихонечко. Проклятый этот лед, гляжусь в него, как в зеркало. Замерз до невозможности, мне плавать очень хочется. Когда ж весна придет? Дружно птицы на юг улетают, я за ними мчаться готов. В море я от души поныряю, вдалеке от российских снегов. А здесь на праздник елочка, подарки новогодние, гирлянды и фонарики, веселый хоровод. Хоть плавать очень хочется, останусь я на родине, зима здесь очень долгая, но есть в ней Новый год. Под дождика долблю весь день тихонечко. Проклятый этот лед, хоть плавать очень хочется. Останусь я на родине, зима здесь очень
долгая, но есть в ней Новый год. Сейчас последним идет Денис. Денис ловит русалок. Все, давай, поймал. Хватит, поймал. Ну и слава. Миша, мы тут ржали, так это не вырезай из кадра. Денис технологию освоил. Закрывание перчаток путем облизывания. Это славная технология. Одни и те же фильмы смотрели. Аквариумистику, наверное, из тех же соображений выбрал. Из немецких, да? Андрей, ну чисто из познавательных. Однозначно, Миша тоже, а потом втянулся. Хорошо быть молодым, блин, все гнется. Просто костюм в лайксе. На два размера больше, чем надо. Все. Блин, я ведь так же мог. Еще год назад. Миша, тебе не 15 лет. И с каждым годом, прости господи, ты можешь меньше и меньше. Сейчас Наташа будет. Да-да. Да-да, так и есть. Бинокулярный фонарь. Да. Причем цвета разные. Ну, один просто более старый, уже желтизной такой, знаешь. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот под конец будешь у льда там отстаиваться? Погуляй да, вдоль да. И посвети через лед. Здесь вот так. Ой, как красиво ты, ёлкиш. Вообще не по так. Все укрываем. Блин, я ведь только что отнырял с этим регулятором. Все фигня, кроме пчел. Все фигня. Ты самое главное. Дыши так. Это самое. Спокойно, спокойно. Спокойно. Не надо нервничать. Да, я вот медленно дышал, и все было хорошо. Медленно и хорошо. Конечно. Медленно и тихонечко. Первый вдох вообще должен быть. Слабый-слабый. Теперь будет регулятор со вкусом чая. Да. Но, блин, хлебни и вливай. Да, сейчас тебе... Стой, куда? Баллон открыть. Убежал, блин. Конечно. Электровеник, я по радости. Постой. Так что, чайку дали. Что еще тут делать-то? Да. Без воздуха можно и пережить. Садиться, давай. Плавненько. Ой, елки, так давай. Вечерок. А под вечерок небо затянуло тучами темными. Ну, красивый закат. Дай мы колокольчики получить, а письма цивили. Дуже шибко, а ми коло бучить, 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 бучить.
Писля сало. 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 Помнишь, Иванушка Интернешнл, да? Ага. Клюет? Нет. Так, да. Яленько. Туда-сюда перемещается. Да, тучи вообще красивые-красивые. А это вот даже интересно, что это, самолет, звезда, что это? Она яркая, это самолет слишком яркая. Смотри, он перемещается. Ну я согласен, что он немножко... Вертолет. Во-первых, он медленно перемещается, самолет, очень. Самолет. Понимаешь, в чем дело? С чего самолету так светить? Хер его знает, после таких аварий. Может, у них там принято так светить. Во-вторых, слишком медленно он для самолета. Вот ты сам посмотри. Он еле ползет. Да нет, нормально, на такой высоте. Он еле ползет. Может, комета? Да. Метеорит. Сейчас еще сделает озеро. Одно. Минус 5 видел. Да, вот я где-то так же. Глубоко он там для декомпрессии-то. До 6 метров. Свет отсюда так внизу. О, красота. Ой, как красиво. Вау, офигенно. Супер красота. Вау. Шалом, православный. Все хорошо? Че, посветить? Посвети. Что ж, нет-то. Вау. Получается темно. Корзина светится. С корзиной. Угу. Вот они, инопланетяне, на самом деле. Да, так легенды рождаются. Да-да-да. Светит. Красота. Поворачивайся ко мне задом. К вам лучше задом не поворачивайся. А у тебя выбора-то нет. Конструктору можно. Я понял. Он старый конь. Поближе ко мне, поможешь. И раз, два, три. Опа. Все. Ну как оно? Хорошо. Двайся. Как надо. Двайся. Вот. Я поймал, как понимаю. Ну да. Безобразие. Чуть-чуть. Ужас нафиг. О. Маньяки. Аминь.